Привет. Слышно ли Привет. меня? Да, хорошо слышно. Ясно. Ну все, мы на стриме. Можно поздороваться с 6 людьми, которые тут сидят. Ой, чудесного всем дня. Вечера или что у них там. А что мы стримим? Ритопология. Самый скучный, самый неинтересный процесс. Ну, во всяком случае, 52 человека решили это смотреть. Нормально. Я тоже хочу. Сейчас я найду свою группу. Тебе доводилось делать ритопологию? Да, но это было буквально знакомство серии, а сейчас мы ритопнем кубик. Ага, То есть ясно. я не так, чтобы чертыхалась, много раз переделывала, что там перетекала, не влезала в полигоны. Такого не было. Ого! Это буду супер-мега-седьмым человеком, который знает, что это такое. Понятно. А, это же этот лич, который так часто бывал в общине. Да, это тот самый лич. А концепт кто делал? Как? Пипочи его зовут, и он из Великобритании. Ух ты, прямо из Великобритании, просто. Прям оттуда, да. Прелесть какая, он прям типа супер-мега-британец. Да, наверное. А, то есть он не показывался, а можно было же сказать. Ладно. Ну, я у него не уточняла ничего толком. Типа, делает концерты, и то хорошо. Да. О, кстати, давно хотела спросить, разве нужны концептеры на этапе работы? Мне кажется, 3D-модели сами могут прекрасно создавать идеи. Что могут? Ну, сами прекрасно создавать идеи, минуя 2D-сторону проекта. Ну, концепт-арт непосредственно. Ну да. Так а почему тогда все ищут концептера? Ну. Понимаешь, просто намного продуктивнее, когда каждый делает что-то, в чем он постоянно развивается. Можно, конечно, как Матенай работать, полностью все делать самому, но на качество рассчитывать в этом случае не стоит. Но однако же при создании 3D-модели из концепта все равно приходится слегка переделывать и корректировать. Или нормальные моделеры нет, нормально с этим справляются. Не, ну некоторые, как бы, да, вот, например, Себастьян, он может от концепта отойти немного в процессе. Есть те, кто делают абсолютно точно по концепту. Не умеют экспериментировать, импровизировать. Зато, наверное, они хорошие технари. Блин, у меня начался вуз, я теперь не успеваю ничего делать, это просто чудовищно отвратительно. Что не успеваешь? Делать вот именно конкретно доты заниматься. Я так слегка успеваю, но очень мало. Очень-очень малая продуктивность. Это грустно. Да вообще, ужасно просто. Печалька-печалька. Ты уже выпустилась, да? Ты не учился, вспомнила. Да и не надо. Нам ничего полезного не дают. Совершенно. Когда у меня появятся лишние деньги, я пойду на какие-нибудь курсы. Но учиться на вышку особо нет желания. Ну там нет особо пользы. В моем вузе до сих пор не знают, что существуют планшеты для рисования на компьютере. Просто печаль. Тебе тоже привет. О, Атернач? Это который... Это тот самый, который концептер? Нет. Концептера Пипочи зовут. Боже! Какая тонкая грань. И он великобританец, он по-русски не пишет. Может, он выучил привет? Да, вряд ли.
работаю. Кстати, почему ты, Артём, трубку не взял? Ну как он мог? Я не знаю. У нас будет такой своеобразный стрим в таком случае. О! Он пока не дома, он добежит и присоединится. Ладно, окей. Артём, беги. Нам нужны твои записи, твои комментарии. А он все равно не слышит ничего. Чёрт. Я хотела узнать, почему вокруг в Доте... Ну, во всяком случае, я знаю, в основном только юноши, девушек почти нету. Так странно. Ну, потому что девушки редко приходят именно в моделирование. Они чаще просто художницы. Ну, и девушки редко играют Доту, соответственно. А, соответственно, и не делают. Видишь, я нашла воркшоп, потому что я в Доту играю. И так вот взяла и нашла, когда искала какой-то паблик по Доте. Нашла Блендоту. И пошло-поехало. А если бы я в Доту не играла, думаю, что никогда бы не начала этим заниматься. Хотя вот некоторые ребята, они в Доту не играют, но они... Я сыграла делают целых... шмотки. Я сыграла уже целых 3 игры в Доту. Одну из них я выиграла. С ума сойти. Это вообще да. И на ком же ты играла? На Тине. На Тине. Да, супер. Мне просто рассказали, качать, значит, первый мод и второй мод. Остальные не клацы. Я такая, есть! И бегай за мной, мне сказали. Я бегала. Да, потом в третью игру попалась очень сложная. Мне попались очень серьезные противники, и меня, в общем, мочили нещадно. Там мне, вот я как бы перерождалась, мне готов, я просто выходила, и меня сразу убивали, и я опять 40 секунд ждала, опять перерождалась, выходила, меня опять убивали. Все, было очень печально. Ну, как-то да, да. Вот так вот, вот и обычно... играется. Да. Когда ты нуп и рак, так и играет. Ты знаешь, как я начинала играть в Доту? Я играла только на одном герое. У меня на Винге 200 игр на Винге у меня. Я больше ни на ком не играла. Потому что надо было просто понять, что как делать. Да? Я когда играла на Винге, да, я учила именно механику. И уже потом начала постепенно переходить на других героев. Сейчас я играю уже на приличном количестве. Вот. Мне кажется, тоже я Тине буду долго. Тине нормальный пацан. Да вообще чётенький. Я не могу в нем вырасти дальше 8 уровня, просто потому что я не знаю, ну как-то не происходит. Я все мечтаю, когда он у меня уже станет большим, но он не становится большим. Нужно просто фармить лес. И тогда у тебя будет и золото, и уровень. Ну, да. У нас в чате спросили, кто ты. Можешь я? О себе рассказать сама? Окей. Я... Господи, а что конкретно интересует? Есть растишку. Играешь, короче, за Тини. Покупаешь себе много-много растишки. И ешь ее. Родители купить растишки даже так. А Пернач, что тебе конкретно интересно? Это я прям боюсь занять эфир всякими скучными разговорами о себе. Я все-таки никакого отношения к репопологии сейчас не имею. Ой, Стримакс тоже хочет стримить. Стримить? А, что-то он... Ну, он только просто написал 4 минуты назад, что он, типа, возможно, будет стримить. Возможно, будет. Я же с ним работала. А, и что вы делали вместе? Я делала ему маски и текстуры, по-моему. Сейчас. Маски я точно делала пару раз. Посмотрим, делали я текстурами. А вот текстуры, наверное, нет. Другому. Ну ладно. Это было на небом. Ты просто подруга, или ты моделлер, или концептер, или художник? Я концептер.
Ну и художник. Но моделер? Нет, я не моделер. Меня мало, к сожалению, привлекают серые полигоны. Однажды я переборю это, я верю. Но, наверное, чуть позже. Когда-нибудь, но не скоро. Возможно, что и скоро, но не очень скоро. На Цезаре Аладдина? Супер. Ну да, есть немного. Давайте я вам скину мой портфель, чтобы познакомились с тем, что я рисую, как я рисую. Покажи. Я даже не знаю, чем мне скинуть. Мне скинуть там, где у меня только арт, или скинуть там, где у меня еще дизайн? Дизайн. Ну, просто того чуть-чуть, немного того. Ладно, я скину все, что есть. Зря же я все это тягачила. Кстати, у тебя ведь портфолио на отдельной странице. Это прям здорово. Да, только у меня в последнее время что-то лень его обновлять. Да, портфолио всегда так, лень заниматься. Я нашла свой концепт, нашла на нем ошибку уже после пощения. И сейчас мне так лень ее переделывать. Думаю, ладно, так и останется. А теперь все смотрите, кому что интересно. А мое основное образование — это графический дизайн. Я делаю всякую полиграфию, полиграфию. Но мне больше по жизни нравится иллюстрация, и гейм-дело мне нравится особенно. Ну, хотя сейчас, в конкретный момент, я не очень сильно занимаюсь дотой, как гейм-делом, потому что у меня нет времени! Меня родители записали на курсы вождения, и они берут все мое время. Да. Ты будешь водить машину? Через 2 месяца. Если сдам. Здорово. Ну да, но это все очень тяжело в обучении. Потому что надо все учить наизусть. Кучу знаков, кучу всяких правил. Устройство машины. Да, не очень весело звучит. Совсем нет, вообще. Надо... Есть книжка «Правил дорожного движения». Она с 70, по-моему, страниц. Ее просто наизусть знать надо. Это ужасно. Сил моих нет. Кажется, твоя ссылка не открывается. Печаль, которая из всех. Ты вроде одну скинула? 3. Или нет? 3. Ты не поставила пробел между ними. Да, у меня вроде стоит. Давай еще раз. Скинь их просто по отдельности. Ага. Конечно. Так, я думаю, что я... Ну, смотрите, вот тут вот всякий арт. Что такое? Вот тут вот официальное портфолио для заказчиков ПГД. Вы можете посмотреть эти книжки. Ну, это земную работу. А вот здесь сейчас я кину. А вот здесь можно найти всякие випки, стадики и анализованные изображения, которые так и не были доделаны, чтобы быть в портфолио. У тебя сейчас сколько времени? 16:10. А у тебя? Ну, у нас 3 часа разница. Новосибирск — это там, где холодно. Ну, я бы не сказала, что там сильно холодно. Ну, да. -30 там. Ого! Бывает. В Петербурге сейчас -1, но все равно гадко и холодно. Ну, -1 это лучше, чем -30, наверное. Да, все капает. Где скользко, лед и снег. Хочу лето. Все хотят. А летом хоть снег там у вас сходит? А что? Ну не настолько, но все плохо. У нас просто немного холоднее, чем у вас. Да, совсем немножко. Не, ну сейчас, например, -5 на улице. Тяжело жить, когда приходится 2/3 сезона ходить в зимней куртке. Нет. Мне не нравится. Много одежды.
Да я тоже не люблю. Собираешься в магазин, одеваешься. А, да, все на себя надо одеть, куча всяких вещей. Потом в зимней одежде все выглядят одинаково, трудно различать людей. Не то ли дело платье, ладно. Знаю, я не ношу платье. Я черт юридически. Хотя в последнее время я безвылазно сижу и работаю над дотой, поэтому я ничего не ношу, кроме домашней одежды. Вообще уже отбилась от цивилизации. Живу в норе. Да, я тоже на улицу почти не выхожу. Сижу, как сова. Зато столько всего в интернете происходит. Хорошо, что нет родителей, которые могли бы меня пилить сверху. Чего? Я живу отдельно от родителей, поэтому они не предъявляют мне претензии на тему круглосуточного сидения перед компьютером. А, Да. здорово. Я так-то тоже сижу одна. Ой, сижу, живу одна, без родителей. Но они умудряются по телефону тоже звонить и говорить, все ли хорошо? Чё? Ой, ладно. Ты просто иногда неразборчиво говоришь. Да, это из моего микрофона, наверное. Скорее всего. О, Артём онлайн. Артём, молчи вместе с нами. Помолчи вместе с нами. Да. Нам так скучно, помолчи вместе с нами. Патернач СПС. Меня в последнее время очень сильно парит, что я рисую, ну, нормально, сносно. Хотя есть, конечно, слабые места, но очень долго. Знаешь, я очень долго леплю, например. Я не думаю, что это плохо. Насколько долго ты рисуешь? Ну, один скрин на Дазла, который я делала, занял у меня 40 часов и месяц. 40 часов? Да. Так это ты рисовала? Очень да. Здорово получилось. Спасибо, я старалась. Но он был реально очень долог. То есть я там каждый полпиксель, там каждую шерстинку ему делала, делала, делала. Ну, делала. Это похвально. Ну, мне это нормально, а вот люди, которые меня ждут, не очень были рады. И можно было спокойно взять рендер и не думать вообще, ну, не париться со всеми этими проблемами. Вот, кстати, да, вот ты бы делала лоадинг скрин по рендеру или из головы? Конечно же, по рендеру, потому что я рисовать не умею. Ага. Вот в самом деле, вот сейчас очень много моих всяких воркшоперов ищут 2D-художника, чтобы он рисовал им логин скрин с нуля. Хотя можно, мне кажется, сделать такой же эффектный по рендеру, совершенно не привлекая, опять-таки, с помощью 2D-художника. Ну, как бы вообще да, но считается, что нарисованный с нуля лучше. Ну, он как бы кошерней, конечно. Да, когда на него тратит столько времени. Но он это, смотрит, конечно. Он же в игре работает буквально 2 минуты, пока идет загрузка. Ну, как тебе сказать? Зато он постоянно там работает, когда идет загрузка. Тебе очень нравится какой-нибудь loading screen, ты его ставишь, и он только один у тебя. И ты постоянно на него смотришь. А я бы на рабочий стол тогда поставила. Представь себе, если Dazzle добавят, на твой loading screen будут все пялиться. Надо было туда мой сайт поставить. Мне кажется, это лишнее. Ну, это же самый рекорд. Вот Леший ставит, когда делает свои иллюстрации даже для лодов. И нормалек. Нет, для лодов-то да, но это же loading screen. Ну, для лодов тоже там типа лодинов. В этом роде баннеров. Не знаю, мне кажется, Valve это не очень любит. А Nexon, да, Nexon, который ставит свои логотипы. Nexon? Ну это как бы они не дают прямой ссылки же.
Просто. Ты можешь написать, да, там свой логотип поставить. Никто ничего не скажет, я думаю. Написать, сколько часов я это делала, информацию. О, это, по-моему, лишнее. Превратить один скрин из картинки в постер информационного характера. Можно еще написать краткое содержание в процессе создания, снять видео. Написать, как ты мучилась, когда Да, 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 рисовала да, это. да, да. Как ты вырисовывала каждый листочек, каждое перышко. Каждый, да. Каждый листочек вырисовывал, по-моему, Никита Зеленый парился, когда делал своего принта. Ведь хорошо не. Ну, в общем-то, у него неплохо получилось. Да, у него отлично вышло, стоило того. В итоге добавили его или еще неизвестно? Я думаю, что 12 числа. Вроде А. там Никей писал, что будет 12 числа, известно. 2 дня Посмотрим. осталось. Бррр. Интересно. Ну что, не дождусь. У него была огромная конкуренция. А, вы же доделали свою вингу? Давно уже. А то, что ты переделываешь ей спинку вместо козлика, что-то еще, это что? Ну, у меня пока художник тупит. А, то есть ты просто по фану делаешь? Нет, мы делаем просто потому, что фидбэк от пользователей показал, что им не очень нравится это. А, козел хороший. Он был такой офисный, такой классный. Поэтому мы решили сделать альтернативный стиль. Нет, лишний наивент. На ивент вообще-то 19 января Да. дедлайн был, ага. Да, вот я тоже думаю. Я хотел спросить, Доти, есть магазин Valve, там какие-то оружки, я так понял, футболки и тому подобное. Туда можно какие-то работы выкладывать? По-моему, это с International как-то было связано, когда можно было одно время делать дизайн там футболок, еще какие-нибудь прибамбасы. И это могло попасть в магазин, который открывается, когда International начинается. Есть ли в этом какой-то смысл? Какой смысл? В чем? В рисовании кружек и футболок. Ну да, люди это покупают. Никогда не понимала этого. Именно купить какой-нибудь логотип какой-нибудь игры или фирмы и носить на себе. Кому-то нравится. Ну вот хотя вот я поиграла в Don't Starve, и мне очень хочется футболочку. Но я сейчас дорисую свой фанарт на Don't Starve и буду его носить. О, Артемка! Да. Привет, Артём. Привет. А где же все остальные? Как насчет Лёши? Он всегда так разбавлял вечер своими шутками. Ага, своим великолепным молчанием. Лёша? Да. Он вроде всегда. А, точно, он же пишет много, а говорит мало, я вспомнила. Да. Он пошел в доту играть со своим другом. О, печаль. Отказался. А еще, если ты не заметил, он из нашей конфы ливнул. Да? Да. Ну, они Как так? там поссорились немножко. Я вообще пропустила этот момент. Черт. Господи, вообще все мимо меня прошло. Теперь он больше не будет с нами. Почему? Я так понимаю. Ну, у них Почему? разногласия с Никитой. Почему? Да ладно, они же няши все. Ну. Да не, не знаю. Я, честно говоря, пропустила и момент конфликта, и момент ухода. Увы, я не вообще не в курсе, что произошло. Так, я начинаю понимать, что я слишком размахнулась по полигонам. Ага, типичная проблема ритмологии. Так что сейчас я буду их объединять потихоньку. Хочу чай заваривать. Давай.
Я супер вафельки. Я буду есть и чай, и есть вафельки. Так, на улице? Что? А, понятно. А правда, в интернете же можно купить? Футболку. Получить. Можно. А я бы сделала так, как графический дизайнер, я бы просто и рисунок попросила бы напечатать типографии. Мама бы купила. Ничего ж сложного. Для этой головы мне нужно уложиться в 400 полигонов. Что-то мне это представляется не особо возможным. Ой, кстати, а последнюю чью анимацию ты делаешь? Что делаю? Последующую анимацию. Анимацию? Угу. Анимацию лечу? Ну, нет, вообще. Нет, анимацию я не делаю. Это отдельные вообще. Да, конечно. Аниматоры. Это отдельные люди, их отдельно берут в воркшопе, в соавторы. Придется как-то компактно это делать, не знаю как. Почему Максимка постоянно всем присылает горящий огонь? Не знаю, он кайфует от этой анимации. Ну, она отличная, да. Надо ему написать. Надо ему это написать. Отлично, я приобщилась к команде. Как там поживает Володя? Мы с ним давно не разговаривали совсем. Володя? Вот. Да. В больнице он лежит. А, это как ему еще поживать? Да. Почка. Ой, кстати, вот еще. А, стикеры, которые называются Genesis. Я не знаю. Они могут подписать, кто есть кто, я не могу понять. Я могу видеть здесь Леонардо да Винчи, Сальвадора Дали, Пушкина, Гоголя, Эдгара По, ну, Маяковского в потенциале, Эйнштейна, Шекспира, а все остальные я вообще не знаю, кто это. А, ты про эти, которые Максим стикеры отправляет? Да. Они классные, но совершенно неизвестные. Я не знаю, я в лице не знаю никого. Да, но почти. Очень интересно. Они нарисованы прикольно. Да. И он купил их за 63 рубля? Да, они 63 рубля стоят. Я бы не смогла себе такое позволить. Всего 63 рубля. Целых 63 рубля. За 9 смайликов. Это примерно 10 рублей за один. 10 рублей за один. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 24. 63, 24, 62. 5 рублей за один. Все равно много. Ой, кстати, игра Darkest Dungeon, ты знаешь ее? Какая? Darkest Dungeon. Нет, не слышу. Вот мне ее все советуют в нее поиграть. Это что, пиксельная игра? Сейчас, секунду, надо смотреть видео. Надо хотя бы понять, в чем суть этой игры. Red Hook. Красный.
Какая она мрачная. Ну, похоже, это не крафтинговая игра. А. Это мочилово. Битвы всякие. А, я поняла, они свечки, они в свечку этот огонь вставили. Мне кажется, он немного мультяшный для Доты. Для доты? Ну да. Так это же не для доты. А для кого это свечка? Или ты о чем? Ты о Рубике, что ли, говоришь? Да. Ну это же Валву делали, партикли. Вот этот огонь валовский? Зеленый. Не, который 2D-шник, который сейчас в конфе висит. Они его вставить хотят? Ну да. Что? Да, они его хотят вставить. Э? А, нет, они просто это уже сделали по приколу. Да, и что там скинули, как это получилось? Да. Сейчас гляну. О, ну, по-моему, здорово выглядит. Мне кажется, А, вот цвет это вот. нижний, который. Ну, для доты может, да, но мне больше нравится то, что повыше. А выше нормальный, обычный дотовский огонь. Да. У меня получился на 200. 10. Значит, что 10 нужно убрать? Это значит, что нужно очень много убрать, потому что у меня еще ткань. Фигово. Ну, для начала мне надо сделать ткань, потом я уже посмотрю. Она не будет анимирована. Что анимировано? Ткань. Ткань, ну, она будет заскинена. Я постараюсь как можно меньше полигонов выделить. Понятно. Хотя на голове, скорее всего, вообще не будет двигаться, она просто будет привязана к башке и все. А юбка у него будет двигаться. Как-то у меня плохо получается говорить и работать. Да, та же фигня. Вот сейчас я чай допью и постараюсь еще раз. О, тот самый арт. Ты о чем? Анорибу, который... еще раз. А Венге, который у тебя на рабочем столе, который рисовал А, Гитнами, да. который много раз ее переделывал. Он ее тоже без рендера делал. Вроде бы как. Он просто рисовал, да. У него, правда, рука похожа на отрендеренную. Ну, это не важно. У него лицо, он отрисовывал рендер. Но не рендер, вернее, а просто. Я ему кинула скрин. Чтобы она похожа была. Еще бы. На
Надеюсь, все это забейкается нормально. А какие могут быть проблемы? Артефакт? Ну, они часто бывают. Просто они, как сказать, хаотично появляются или есть какие-то механизмы, из-за которых они происходят? Когда сетка топологии находится, ну, то есть когда она не соприкасается с хай-поли моделью, то может при проджектировании появиться артефакт. Там наложение друг на друга элементов или еще какая-нибудь ерунда. То есть текстурка нормали будет не такая чистая, как хотелось бы. Там появятся всякие разные неприятные штуки, которые нужно закрашивать. Ну и норм, потом можно закрасить, хорошо. Ну, если таких багов очень много, то ты замучаешься, и оно будет смотреться не очень хорошо. Даже после того, как ты закрасишь. Есть некоторые места, которые лучше еще раз просто перебейкать. Верно. Ну, это задача именно того, кто делает бейк, а не текстурщика. Ну, конечно, это вообще моделлера задача. У меня просто был спор однажды, кто должен этим заниматься из двоих. Его, как бы, суть была в том, что если, как бы, карты, они же 2D, значит, их должен делать текстурщик. Я говорила, ну, карты, это же запечение, а это делает моделлер. Да. Мы спорили, 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 спорили. Моделлер должен подготовить... Ну, если уж бейкать будет текстурщик, ну, потому как текстурщик, он сам же карты накладывает друг на друга. Он сам выбирает, какие ему карты нужны. Но в таком случае моделлер должен подготовить полную ретопологию, то есть модель, оба лода и хай-поли модель, так, чтобы текстурщик мог просто все это в программу закинуть и запечь те карты, которые ему нужны. Вот еще сложный вопрос. Обычно скиннинг производится уже с текстурами, а если он неправильный, то приходится переделывать все, включая модель текстуры. Ну, вообще скиннинг можно, если ты сомневаешься в том, что скиннинг получится хороший, то лучше его сделать еще до того, как будет закончена текстура. Там просто не видно, может быть, где-то что-то растягивается, это тяжело заметить без текстуры. Ну, можно накидать примерную баланс там такие. Ну, хотя я стараюсь всегда концептировать персонажа не сильно, отходя от дефолта, чтобы с больших проблем со скиннингом не было. Да вот ладно, вот научись я все сама делать, и вообще, мне будет все равно. Ну, будет красота. Да, выйдет супер, а потом скажу, фу, мне лень, отдам все вообще всем другим людям. На самом деле очень муторно делать все самому. Да, конечно. Но зато не тратится время на договоры, на утверждение работы со вторым коллабером. Это же тоже все очень... О, да не, что это кажется? Ну вот у меня почти всегда это довольно долго происходит. Не знаю, как у вас там все. Ну да, ведь все ситуативно, я думаю. У нас всегда все было хорошо. Нет, ну я не говорю, что мы ругались, просто долго. Как бы, да. Например, моделлер делает модель, да, делает ретопологию, он кидает все файлы, готовые уже текстурщику, текстурщик текстурит, текстурщик там кидает файлы, там все это вместе, короче, кидается чуваку, который скинет. Этот чувак скинет, потом делается рендер с этой модели. Для того, кто рисует лодинскрин, он рисует лодинскрин. Да. Просто пока моделер модели, текстурщик говорит, мне не нравится это, скинер говорит, мне не нравится это, и это все не нравится, и не нравится, и не нравится. Потом настает очередь текстурщика, все всем не нравится, текстурщик переделывает. Потом наступает очередь скиннинга. Ну, бывает, конечно, такое, но в основном
У тебя мало правок, да, по ходу работы? У меня было очень много правок, но мы старались эти правки делать до того, как мы перейдем на какой-то другой этап. Это самое жесткое, да. Когда концепт уже утвержден, начинается моделинг, и вдруг понимается, что надо переделывать концепт. Это... Поэтому нужно заранее все обдумать. Конечно. Довести до идеала. Довести до идеала трудно. Ну, хотя бы до приемлемого уровня. Приемлемый уровень. Он же так расплывчат. Сложно сказать, что конкретно является приемлемым, а что уже не очень. Ой, блин. Это ужасная голова. Почему же она ужасная? Она ужасная, потому что мне не хватает полигонов. А. Он похож на Лоренца Аравийского с рожками. Я понятия не имею, откуда мне сейчас полигоны забирать. Это 2D-шник, я вообще не в курсе. Не, я его сейчас спрашиваю. А, окей, сори. Так, что-то я на вопросы не отвечаю. А там... Ой, сколько, что мы хотим? А, что, по вашему мнению, должен делать моделлер, что текстурщик? Ну, логично, что моделлер должен делать саму модель хай-поли, ретопологию, UV-развертку, и он может забейкать карты. Ну, вообще, это не принципиально, кто будет бейкать карты, так как это механическое, не требует каких-то особенных усилий. 2D-художник рисует концепт, текстуры, промо-арт и лодинскрин. Вот иконки. А вообще, как бы, шейдеры может делать как текстурщик, так и моделлер. Но вообще обычно это текстурщик делает. Приходилось ли исправлять хай-поли модель, потому что на лоу не хватало полигонов? Да я что-то даже не помню таких случаев. Я обычно всегда справлялась. И сейчас на тоже моей справлюсь. Статусе моделеры удаляли части, которые я концептила, чтобы все это влезло в ритм. Ну, может быть. Может быть, мы этим это и сделаем. Но я не знаю. Пока. Может, уберем эти маленькие рожки, которые по бокам. Если уж совсем все плохо будет, но я постараюсь сделать так, чтобы не надо было. Ну, сложная, конечно. Ритопология очень сложная. Если я срежу здесь треугольники, то он, скорее всего, будет выглядеть не очень. Делаю этого лича в чест поликаунта. А, это который общий сундук. Да. У меня еще будет один сет туда. И как, уже есть концепт? Концепт в процессе от Лёши. Какой Лёша? Который шутками всех развлекает. А, который всех развлекает. О, он синий рисовал, я помню. Да, он сейчас его рисует. Все еще? Все еще, да. Ленивая задница, все никак закончить не может. Сколько он уже его месяц второй делает? Я столько промо-арт рисую. Я тоже ленивая задница. Не, он его недолго делает. Совсем недавно просто... начал только. Он просто типа не подходит. Не хочу.
У него вдохновения нет, понимаешь? А, у художников есть вдохновение, я поняла. В общем, нам нужно сделать Лича и ВК до 1 апреля. Первая апрельская шутка такая. Просто там дедлайн этого теста будет 1 апреля. Тяжело. Невыносимо тяжело делать ритопологию. Особенно такую. Это самая сложная часть, наверное. Голова. Ну вот, я убрала, у меня всего 182 треугольника. В Ого. общем, надо мне сделать сначала ткань, я думаю, и потом я уже посмотрю, сколько точно мне надо убирать. Сундук поликаунт — это поликаунт-контест, куда каждый желающий делает свой сет, или курьера, или вард, и все это пиарится потом поликаунтом. Сколько поликаун за это берет процентов? Нисколько не берет. Вау, а зачем Просто тогда? работы считаются вышедшими из поликаунта. То есть, типа, ну это как пиар поликаунта, можно сказать. То есть, то, что вот, смотрите, поликаунт делает вот такие вот крутые шмотки. То есть типа это не мы их сделали, а поликаун. Нет, как бы, ну, каждый пользователь, естественно, указывается как автор, но как бы все это вместе делается для контеста поликаунта. Да я точно не знаю, как там. Ура! Я почти доделала ткань. Супер! Ткань. Да, я рисую иллюстрацию сейчас. Делаю ткань. Что за иллюстрация? Да, фанарт. Ясно. Сейчас. Ой, черт. Я начала еще до 19-го, до дедлайна New Bloom. Но делаю сейчас по чайнушке, потому что это просто фану, свободное время. Сейчас пришлю скрин. Сейчас я уже, мне уже надо уже заканчивать и начинать делать газеты по графическому дизайну. Газеты. Газетку одну, да, достать. А вечером займусь дотами. Чтобы все-таки и заниматься, так. Какая же беда с этой головой-то. Тут жадный Valve выделили лечу на голову всего 400. 400, ты понимаешь? 400 полигонов. Ну куда Вообще это да. годится? А, у них обычно по 1000 ведь. Ну на все головы примерно по 1000. Отлично, я написала, прислала эту иллюстрацию человеку, он написал. Напоминает персонажа из игры Don't Starve. Спасибо. Это и есть он. Я по ссылке перейти не могу в Твиче, если что. Нормально. Давайте я ее пришлю кому-нибудь. Давайте. Я пришлю тебе в контакт. Давай.
успехов. Да ты нарисовала? Да. Ух ты. Так есть. Сейчас я делаю ему рукавчик. Здорово. Спасибо. Это уже долго я делаю. Прискорбная новость заключается в том, что я не могу рисовать это без референсов. Мне постоянно приходится бегать по комнате, одеваться примерно похоже на этого персонажа, выставлять освещение, вставать поздно, снимать, контрарисовывать. Очень запарно. Я мечтаю, что наступит однажды тот день, когда я буду как Ветрова рисовать просто из головы. Ну, для этого нужно очень много опыта, я думаю, просто. Да. Так, ну я думаю, примерно вот так. 34 треугольника. Почему так много? Это еще должно умножиться на 2. Это будет 60. 70 даже. Еще мне нужно сделать вот эту верхнюю ткань. Это просто ужасно. Отвратительно. Мне кажется, лед будет угловатым. Очень сильно угловатым. Возможно, мне даже придется менять хай-поли. В общем, приятного мало. Вот, блин, мне надо концепт делать, а я сижу и иллюстрацию рисую. Позорище! Просто позорище. Иллюстрации сжать хорошо. Ну это совершенно. Ну это просто для себя. А концепт это для доты. Разные же вещи. Пока ты рисуешь иллюстрации, китайцы рисуют концепты для доты. Для доты, да. И китайцы уже настолько круты, что рисуют для League of Legends. Уже давным-давно, да. Давным-давно. Что-то я хотела еще сказать. А, вот еще. Меня приглашали на Комик-кон, звали ребята. Я очень хотела бы участвовать в нем, но пришлось мне отказаться, потому что у меня не было времени. И тут я делаю иллюстрации для Don't Starve, которые по количеству часов, затраченных в нее, абсолютно идентичны тому, сколько бы я затратила на Комик-кон. И я думаю, а не лалка ли я? Вот лучше бы я поучаствовала в мировом конкурсе, действительно, чем пилила какую-то рандомную картинку. Но нет. В следующий раз. Ой. Мне эта голова снится будет. Вот. Вчера Ветрова, кстати, стримила. У кого хочу концерт, не знаю, как-нибудь. Рандомно по браузеру чекну одного из персонажей, наиболее понравившегося. Надо делать концепт на котла. На котла ничего давно не было. Время уже. Ты вот знаешь, я вот последнее время задумываюсь, а на кого делать концепты? И вроде думаешь, на этих до хрена, на этих до хрена, на этого до хрена, на всех до хрена. На кого делать? Действительно. Уже слишком много всего, по-моему, стало. Труднее, тут правда. На котла вроде бы офигенные концепции есть. И даже лодин в скрине, я помню, один офигенный был. Мне нравится на котла сет, который
недавно был. Не помню от кого. И точно не помню, как он выглядит, но он последний. А он принц? Нет, Valve не любит почему-то принимать на от него. Это как лишарак? Лишарк. Так, котел. Время посмотреть. Недавно прикольный был сет на Queen of Pain, который многие хейтили, но его все равно приняли. Который от Чиза, что ли? С четырьмя Да. рогами? Да-да-да. А чё его хейтили? Ну, типа, он очень дробный, ничего не понятно, какая-то непонятная каша из костей, что там происходит вообще. Да вроде у него не было такой проблемы, не? Ну, там в районе крыльев, похоже, действительно было. Ну, может быть. Это хороший класс. Как я попала в воркшоперское комьюнити? Ой, это же было в начале стрима. Это же было в начале стрима. Ты уже вернулась данной истории. Нет, этого не было в начале стрима. Но О, хорошо. я это рассказываю уже 50 тысяч раз. Ну, расскажу эту историю еще раз. Я же не буду ее писать внизу подробно, правильно? Правильно. Я играла в доту, начала искать какой-то паблик по доте, наткнулась на блендоту. И мне понравилось то, что они там делают. Я решила поучаствовать в эстафете. И у меня ничего не получилось. Мой концепт не победил. Я решила сделать концепт для себя. Это был дезолятор на Вингу. Я его начала делать. Потом Алена Новикова мне написала, спросила, что я делаю. Она тогда объяснила мне, что такое ретопология. Было это в конце февраля того года. Ну вот, собственно, с первого этого дизолятора, который я делала целую неделю, и началось мое, как это назвать, работа в воркшопе, вот. А, это который китайский сет на котла. Барана, лошади. Нет, не с бараном. А, до этого еще? Да, не на него. Так, а что у нас? Ты тут почти все на него, я вижу. Ну, вот этот интересный. Какой-то такой он. Железно-синий. Ой, а слушай, а так мало на него предметов. На кого? На котла? Угу. Valve не из большой охоты берут на него вещи. Мне нравится его. Мне нравится на него сет, где он с оленем таким. Ну как Как из «Хоббита». с оленем, как с большими такими рогами. Да, не классно. Так. Да, северная олень. Который тут олень. Я вижу здесь какую-то лошадь из средневековья, дефишированную лошадь с крылышками над глазами и лошадь с огромными винтовыми рогами, а не на олене не видит.
что ты говоришь? Да, я не могу найти оленя. Я вижу много разных лошадей, конкретно оленя не вижу. Может быть, это не пользователи делали? Может. О, какая угловатая. Ну, хотя, если сделать смус, то ничего так. Мне однозначно нужно делать утолщение. На него нужно еще полигонов выделить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О. Мало рейтинга. За какое время я научилась работать 3D? На, смотря на каком уровне. А, сложный, да, вопрос. Да, вопрос не сильно сложный, просто, ну, как бы научилась я за неделю. Но только я и работала там. Видно было, что за неделю. Так уже год почти. Задержка на стриме. Не знаю, секунд 20, может? Да, она точно есть. Ну, она секунд 20. Ну, у тебя ведь голос синхронизирован с картинкой там. Поэтому... Голос с картинкой синхронизирован. Вот это нормально все. Нет, задержка имеется в виду, что с чатом. Да, да, конечно. То, что сейчас происходит, им сейчас покажут, о, покажут через секунд 20. Ну, изначально я только рисовала, да. Да это не очень. Так, что-то я туплю. Что мне надо сделать? Я сегодня пропустила рисунок. Что? У нас сегодня были занятия по рисунку в вузе, я их пропустила. Распала. Печалька. Ага. Потому что вчера поздно легла, потому что рисовала. Вывод, я все равно рисовала. Все нормально. Нет, ребята, я не буду играть, я не хочу. Я уже давно не играю. Разонравилось мне играть доту. Почему? Ну, просто. Надоело. Я играю только в пятером, и то редко. А мне понравились такие игры, которые я сыграла. Так и это... Зависнуть недолго. Зависимость, да, получить. Да. Но пока Don't Starve мне больше привлекает, чем Dota, к сожалению. Я не посещала по 3D курсы никаких. Вообще никаких. Я ходила только по рисованию на академические курсы, где мы рисовали всякие разные головы. О, гипсовых подруг и друзей. Да. А натюрмортики, всякие там чайнички, опошки. Ну, это фудошки было. Табуретки. До сих пор всех все это рисуем. Голых женщин. Много часов. Нет, это там далековато уже. А, то есть голых женщин еще не было. Мне достали голые женщины. Я уже хочу, чтобы у меня одетые были женщины. Так, кстати, сколько это? 44 триса. А нет. 88. Блин, как же много.
Это будет голова на лича. Рарка. А чё сразу рарка? Мификал? Я закончила рукав. А, нет, еще не закончила. Сейчас его надо еще теперь прилизать. И тогда я его закончу. И надо будет рисовать когти. Отлично. А ты продолжаешь все его рисовать или что-то Ага. другое? Нет, все его. И кляну себя за то, что не доты. Дота это такое. Может прокатить, может не прокатить. В общем, мне нужно удалить. Так. 200 минус 44, это будет 156, 30 полигонов примерно, трисов точнее. Ой-ой-ой, беда-беда. Похоже чем-то на голову для козы. В смысле? Чем? Ребят, задержка на стриме, то, что вы мне в чат отвечаете. Это такое. Ну, откуда мне убирать полигоны? Беда, беда, огорчение. Блин, я зарисовала то, что не надо было зарисовывать. И сохранила. О, придется переделывать. Блин, не надо так. На Иисуса похож, но есть немножко. Сто семьдесят шесть. Если бы у него хотя бы 500 было, все бы так упростилось. Да хочется и выпуклости все эти сохранить, ледышек. Но с другой стороны, нужно все это убирать. А, это лед? Это лед. Компьютер стационарный.
это ему у меня надо считать. Каждый дринк надо выписывать. Так, ну сейчас это примерно вот так выглядит. Ну, в целом сейчас не так уж и плохо смотрится. Ну да. Нет, да. Нужно убирать еще много. Да, ну. Я все-таки придерживаюсь мысли, что мне не нужно переделывать хайполи. Еще нужно 20 убрать. Ой. Какой кошмар. Так, а если я удалю вот эту? О, если я вот эту удалю, как раз у меня будет почти столько, сколько нужно. Хорошо. Еще хочу есть. Я тоже. Так что сейчас мы пойдем есть скоро. Хорошо, я согласна, мне нравится. Как только я разберусь с этим. Ладно, придется здесь соединять. Не люблю такие вещи, конечно, соединять. Они такие артефакты оставляют неприятные. Уже лучше. Gracias.
Так, ну в итоге осталось у меня 8 свободных полигонов. Вроде ничего так. Не так страшно, как могло было быть. Нужно еще что-нибудь ретопить? Еще что-нибудь ретопить? Да. Ну и... да, вообще-то все остальное. Но я не буду сегодня все доделывать, конечно. Триста восемь.
Если есть только игры с воркшопом, почему делают только Доту и КС? Или у остальных нет оплаты? Там вообще-то много всяких разных есть. Да. А почему действительно делает только в Доте тогда? Но это нужно не у меня спрашивать, а у Valve, наверное. Такая вот глава. Он такой добрый становится. Да. Такой милашка. Прямо да. Придумать, куда убрать еще 8. Для чего Ри сейчас воркшоп начинает набирать обороты? Просто это самые известные, поэтому вы не знаете о других. Другие просто почти никто не знает. Но там тоже есть что-то подобное. Ну, проще всего, но в то же время нужно сделать очень-очень много, прежде чем у тебя что-то добавит. Чем проще, тем больше пытаются. Один к 500, я бы даже сказала. Это еще с учетом того, что ты сделаешь что-то качественное.
Смотри, в чате. А? Ты тут? Да, я не знаю, что смотреть. Ну, последнее сообщение. Лол, который огромный. Да, с тремя восклицательными знаками. Он очень рад нас видеть. Окей, я тоже. А кто это такой? Я не знаю. О! Откуда мы можем знать, если мы никогда не работали там? По слухам только если, но у меня нет никаких знакомых, которые бы там работали. Как я вам скажу-то? Сет. This is head. Отлично просто. Ну, мне кажется, очень легко понять, что это лич. Не знаю. Там еще вообще-то заголовок есть. О, боже, какая милота. Люди просто пытаются тему поднять какую-нибудь, чтобы поговорить. Задают очевидные вопросы. Thank you. Трудно говорить, когда работаешь. Да, очень трудно, я прям отвлекаюсь постоянно. Да. Отлично, я придумала, как я с камерой сделаю. У меня до этого была большая проблема с руками, которые были. Ну, сложно было просто делать. Я придумала, я их сделаю полупрозрачными. Это сразу упростит процесс их рендера. Основательно. Спор в чате. Ой, суровые люди спорят. Кто сколько где получает? Вчера сидела человек 25, сегодня сидит 12. Это из-за того, что я на блендоту не перепостила, или из-за того, что ритопология никому не интересна? Не знаю. Мне Вчера в это же кажется, время? да, в это же время. Я вообще не знаю. Да, наверное, просто ритопология скучная. А что же тогда интересно? Там процесс лепки? Наверное. А вчера во сколько я была? Вчера 6 часов я еще дома не была. Понятно. А в этом скайпе много народу сидело? Мы с Никитой только. А, зеленый который? Да. Он же тоже неразговорчивый. Он нет, нормальный. Да? Да, Ой, мы со с ним мной редко. хорошо разговаривали. Он со мной очень редко разговаривает. У меня еще в запасе даже 4 полигона есть.
Так их можно куда-нибудь положить. Я, правда, пока не знаю, куда. Блин, терпеть не могу, когда руки получаются разные по масштабу. Фух. Что-то серое и непонятное. Очень хорошо сказал. А нет, нет. Эти четыре полигона как раз вот сюда уйдут. Хорошо. Довольно быстро идет в экологии. Да. Относительно, я бы Я сказала. за это время по скорости делала один рукав. И то уже наброски тут кидала его. Ты ж художник. Ты же художник. А ну вот, как раз будет, когда я уберу симметрию, эти уберутся и будет 399 полигонов. Вот. Ну, можно сказать, что ритмология головы закончена. А теперь мне нужно пойти Поесть. поесть. Да, поэтому пока что я отойду ненадолго. Окей. И ты тоже отойди, Да, если я надо. окей. Ага, давай. А, здесь мне надо положить трубку, да? Рукав посмотри. Рукав? Понял. Ну, вроде ничего. А, его же рука.
пошли работать в Алиэкспрессе. Делаем. О, вот это все темпы будут. Делать вот этот кусочек, смотри, можно? Ну. Вот этот, смотри, вот это вот. Вообще шикарно. Вот это вот очень круто сделано, вот эта рука. Вот это вообще супер сделано. Пальцы шикарно. Говорю, мне вот этот кусок не нравится. Мне тоже кусок. А, ты все правильно сделал? Ты просто сказал ассимилярно со мной. Я просто понимаю, когда ты делаешь. Тебе кажется, что ты делаешь хорошо, выходит неплохо. Ты понимаешь, что ты сказал? Дальше. Место еще на него все смотрит. Блин, скоро я ноги буду рисовать. Я их еще вообще ни разу не трогала с самого начала. Я хочу уже эту руку доделать, чтобы я помогла всем хвастаться, что вот у меня кусочек. Всем его Так. Я уже знал точно. Я знал точно.